Несмотря на проливной дождь, сотни людей со всего Крыма приехали сегодня в Бахчисарай, чтобы проводить последний путь 38-летнего Фахри Мустафаева. Его мертвое тело было обнаружено вчера вечером у села Ароматное. 10 июля утром ему позвонили, и Мустафаев ушел из дома, сказав близким, что едет по делам. После этого Фахри перестал выходить на связь. Близкие и знакомые вспоминают Фахри как сильного, трудолюбивого человека. Его отец Мустафа Мустафаев – известный в Бахчисарае активист. Мустафа Мустафаев, Бахчисарайда, сонда Крымда белгілі бір адам. Шу 6-й микрорайон Бахчисарай микрорайон қасабасын, тек фаль бір адамы, оны әркесімінде таны біле. Мустафа ағана әйбіне келіп, іште бен балларын енді таныш олған едім, Фахри енді іште біле едік. Сағлам, күчілі, өлі бір адам еді. Өзір қорамта, үш кішкене бала чықышты. Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Ведется расследование. По одной из версий, его убили, чтобы не возвращать крупный долг. У Фахри Мустафаева остались жена и трое детей. Арекетли мне хоранда. Аллах сабрылась. Мустафаев венемер. Олен острды. Балларын гүл көбік. Балларын острды. Бір дедай чекелесе. Балларын орды. Аллах да сен. Кім япты бұшын, жазасын көрсін. Бұл қорандан 20 жылдан зияде білеміз. Пек ішкір, кербиялы, ватан кервар, инсанлар. Бабасы пек балабан ватан кервар. Пек оны ярдым етерлер, аяқсыны көтерлер. Язық бұл балаға пек язық. Онда оғанына көре, екі еджі бұл микрорайонда бір қалқыда юқламады. Екі еджі юқламады. Екіміз қасебет етіп, мына женазеге де келдік. Алланың рахметінде болсын. Аллах рахмет етсін дегендер, яқсана рахмет ве мағфират етсін. Аллах рахмет етсін дегендер, яқсана рахмет ве мағфират етсін. Аллах рахмет етсін дегендер, яқсана рахмет ве мағфират етсін.